Не повезло. Владельцы этих автомобилей, собираясь с работы домой, столкнулись с проблемой. На их автомобиле упало дерево. Человек, столкнувшийся с этим впервые, наверняка растеряется. На этот случай в городе есть единая диспетчерская служба. Звонок по номеру 000 оператор направит в управление благоустройства и аварийные службы. Правда, проблему поиска виновных и возмещения компенсации владельцам авто это не решит. ОСАГО этот ущерб не покрывает. А с управлением благоустройства, в чьи обязанности входит своевременная вырубка старых деревьев, теперь предстоит судебная тяжба.